Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем GTA 4. Вот. Пользуемся мы здесь телепортами. А наш телепорт простой. Это такси. Ах, тварь ты такая. Ну-ка. Пока пошел. Так, ментов нету. Ой-ой-ой, что случилось? Так. Мы так проходим. Сейчас похитили дочь бандита. Навестили его в тюрьме. А теперь движемся дальше по сценарию. Давайте включаем телепорт. Телепорт сработал, как всегда, у нас. Хорошо. Тихо-тихо. И вот мы опять в тюрьму. Отсчет, наверное, будет. Данные моменты я не смотрю, я их пропускаю. Ну, кому интересно, можете сами посмотреть, чтобы понять всю историю предательства, обмана, шантажа и другого криминального изыска, чем они живут. Так, государственное исправительное учреждение. Найдите в Норвуте машину Пакки. Хорошо. Поехали, найдем машину Пакки. Так, мне, надеюсь, не надо ее в хорошем состоянии-то вести. Так. Что у нас здесь? За забором. Вот она. Даже отбивать ни у кого не пришлось. Ну, тут можно полазить. Скорее всего, голуби здесь. Сколько их там? 200 штук надо собирать. Ой-ой. Так, все. На очистительную станцию. Так, это кто? Это мать его. Бандита. Ой, господи. Какие подонки они. Ну ладно, что. Поехали. Сразу предупреждаю, я иду по пути маньяка в играх, и редко кто у меня остается в живых, потому что бабульку надо будет казнить, этого NPC, мы ее казним, не задумываясь. Хотя я бы казнил бы того, кто вот сзади сидит тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное не в полицию, а на машину-то уж хрен с ним. Главное в полицию не врезаться. Вот так вот. В такси бы ее перебросить, бы пересадить. Так нет, нельзя. Вот этот бы еще перелез бы со мной. На такси бы доехал с комфортом. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, пошел отсюда. Вот так. И так везут бабку на убой. А тут какой-то вообще посторонний левый чувак. О, еще один мог бы попасть сейчас мне под колеса. Так сказать, между двух машин был бы зажат. Ох, бы его было больно. Все, едем наверх. Так, это какой-то пригород. Там, где мы разборки устраивали. И... Блин, да он еще и не упал. Так, куда нам? А мне надо развернуться и вниз уйти. Понятно. Так. Так. А где здесь можно развернуться? Блин. Куда-то ты меня далеко ведешь. Ну-ка. Вниз. Вниз, значит. Ну-ка, давайте-ка попробуем сократить данную дистанцию. Это же дорога должна куда-то вести. Блин. Так это не тапади. Что за развязки? Кто так строит? Так. Вот мы выехали. О, кого-то тормознули, что ли? Вот так. Это мы не по низу, надеюсь, должны были ехать.
Блин, так это я ж туда и выезжаю. Чё за хрень? А, вот смотрите, смотрите. Вот там же можно добраться. Ну-ка. Ой-ой-ой, менты-то вы-то куда гоните? Здесь лихачи только мне разрешается. Ой-ой-ой. Вот так, на мотоцикле ты тебя еще хрен собьешь. Мы это уже проходили. Лимузин, одни лимузины. Это в захолустье-то в таком. Господи. Так. Ну, вот теперь-то, поди, это та дорога. Господи, да, да туда я выехал, откуда начинал. О, господи. Что, еще один съезд где-то там? Ну, давай. Давай, давай, давай. Ну. Так. Давай, открывай мне, падла. Fuck you. Fuck you. А я проехал. Так, тихо, тихо, тихо. В озеро только не вылете. Что-то машина такая-то уже больно быстрая. Это не та лишь ушлайка, которую я пригонял давным-давно. Так, тут можно вообще сократить путь? Сократить путь. Например, вот так. Вот так. Проехали. И прибыли до места. Тут ее что, расчленить надо? Что здесь делать? Тоже вопрос вопросов, кстати. Давайте посмотрим, за кем хреном ее сюда притащили, старую бабку-то. Она что, ее пожила? Это старая бабка? А, это дочь! Дочь бандита. Господи, не, ей-то еще жить и жить. Ну, что делать тобой? Ты в порядке? Конечно, в порядке. Давай. Давай, 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 давай. Перестрелка. Есть. Тихо. Убейте людей. Вот теперь. Давай, 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 еще разок. Вот так. Так, 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 пройди сюда. Вот. С кого с тебя нашел? Ты следующий. Господи, вас так много. Никогда не жалейте патронов на свою жизнь. Так, где у меня пистолет? Давай, давай, давай. Так. У меня больше пистолет, так что я тебя, падла. Мне только в тебя попасть надо. Давай, давай, высунься. Мне только в тебя попасть надо. А дальше уже ты не жилец. Опаньки. Давай, обойдем его. Еще разок. Так, этот есть. Так, наверху. Нет. Значит, этого сейчас пристрелим. Так, и наверху остался один, да? Да. Где ты? Ну? Все, убил. А вы с каким оружием были? Ой-ой-ой. Где вы появились-то? Не вижу. Наверху.
Так, это ты мой? Да. Мы поехали наверх тогда прикрывать. Какого хрена ты без меня там туда попёрся? Так. Ну, одного я вырубил. Блин, блински. Я не вижу их. Так, а вот они. Так, еще двое. Еще один. Где ты? Вот так. Все. Мы бежим. Бежим. Да. Все-таки хороший я все пистолеты купил. О, вот грех жаловаться. Так, бегите по металлическому переходу. Бегу. Кто-то едет. Да. Да. Так, сойдет. Да я уж всех там. А, нет, смотрите, где-то кто-то. Ну. Давай, давай, давай. Вот так. Кто остался? Кто остался? Ой, как их много. Ай-яй-яй. Ника Белик. Да, есть. В голову. Пристрелил. Давай, не отходи от меня. Стой, 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 стой. Аптечка. Идем. Где ты? Еще ходит. Так, и что мы получили? Итог какой? Ну что, браток, какой итог? Мы прижали тебя. А давай брюлики. А, так вот, за чего? То есть это алмазы. Блин. Давай, ногу. А, больно тебе? Кто бы сомневался? Рикошет. Чё, твоя нога? Ай-яй-яй. А вот отдал бы брюлики сразу. И не парился бы. Столько людей погибло. За какие-то камни. Так. Отвезите паки. Давай, слазь. Вот так. О. Пойдем. Давай быстрее. Мешок говна. Так. Сесть в машину. Без колеса. Ой, господи, у нас машины-то нету нашей, да? А вот телепорт. Ну-ка, выходим. Садимся. Будь ты так любезный. Господи, там смотрите, какая тачка, это вообще кошмар. Так, я не понял.
Стой. Ну иди, очень-то и хотелось. Так, а мне-то нужна нормальная тачка. Вот это колесо пробитое, далеко не уеду. Значит, будем устраивать затор. Давай. С автоматом на перевес, господи. Здесь только я так могу бегать. Вот, вот, из чего можно сделать затор. Баук, господи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты меня сбил. Кто стреляет? В кого стреляет? Зачем стреляет? Вот так, поехали. Вроде все пошло по плану. Кто стрелять начал? Дебил этот. Все, спасибо. Будьте любезны, $19 отдал, блин. За твои увеселения, за покатушки твои. Сколько трудов и никакого к чертам результата. Ничего, результат будет. Переходим к следующей миссии. Итак, вот у нас новое задание. Так, ты меня куда везешь? Дебил. Тварь такая. Тебя вот туда должен был завести прямо. К парадному входу. Так, ты-то, надеюсь, пошел отсюда только по приглашению. Пристрелю тебя, как собаку бешеную. А водку со льдом перебьешься. Так, да ты вроде нормальный, так. Я-то знаю. Что тебе от меня надо-то? Господи, ты... Задание тоже мне. Так. Так, у меня проблема. Так, я женюсь. Вот это уже финалочка будет. Так что, так, подожди меня. Я слышал, вы с ним помирились. Он на суде, в Истхуке. Ну все. Роман, значит, свадьба. Так, ты помнишь, он сжег твою квартиру, разрушил твой бизнес, похитил тебя. Ну, квартирка у меня получше, а если ты с ним поработаешь, станет вообще супер. Ну и все. Я его завалю. Телепортируемся. Итак, вы должны сделать выбор. Стою на распутье. Даже девушка сказала, вали его, козла. Поэтому именно так я сделаю. Так, читать. Черт, вдруг все пытаются вспомнить, что там произошло, ничего не понимаю. Так. Там еще что-то сообщение. Сделай выбор. Сделай. Ау! Ух ты, это моя кровь. Ни хрена ты меня сбил-то, козлина. Давайте. Да, уйди. Да зачем ты мне нужен? Так. Сообщение. Вау. Да. Да. Да, таксист. Тебе такси было жалко? А вот так тебе не жалко теперь? Дебил. Итак, отвези-ка меня, я буду совершать убийство человека, который меня предал. Я его разорву сейчас. А иначе я перестану себя уважать. Мой путь маньяка. Так. Он где-то тут должен быть. Так, вы кто такие? Просто стоите? Так, а этот козел где? А он где-то здесь. Ну? Давайте посмотрим. Приехали мстить. Человек, который меня предал.
грузят героин на корабль. Ну, придется их разочаровать. Сожгу нахрен их товар весь. Все, что у них было, все сожгу. Давай. Дмитрий руководит операцией из грузового отсека. А, так мне придется еще... Запакуйте. Запакую сейчас. Значит, он сам-то еще наружу-то не высовывается. Хорошо. Блин, не то. Вот так, это то. Так, по мне стреляют. Какая прелесть. Давайте. Я пока спрячусь, отойду вот сюда. Так, кто там? Где ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что за шальная пуля в меня прилетела? Да, в жопу отстрелил. О! Ты-то как здесь оказался, тварь? Ничего себе подстава. Какой-то работяга. Деньги давай. Так. Где ты? Вот он ты. Давай. Еще разок. Ой-ой-ой, ничего, смотрите, какой-то кульбит проделал. Давайте, 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 все. Тварь. Ты что там, что-то хочешь признаки жизни подать? Так, этот тип умер, нет? Умер, нет? Вот теперь умер. Последний патрон в задницу залепил, да? Где ты? На корабле, на корабле. Так. Здесь-то есть? Давайте. Где тут вышки? Вот они. Вот они. Разразнили бы их. Так-то, по идее, ментов бы сюда вызвать. Если так можно было бы сделать. Пусть хотя бы половину бы перестреляли. А-а-а. Ты тварь. Давай, быстро, быстро, быстро здесь. Чтоб эти твари тебя не достали. Ой, 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 еще быстрее. Вот прям еще быстрее. Вот так вот. Опаньки. Залазь. Еще быстрее. Давай, да, да, двигай своей жопой, пока тебе в нем дырок не наделали. Куда ты идешь? Вот сюда я иду. Вот так, вот. А теперь, твари. Кто в меня стрелял? Давайте-ка посмотрим. Сквозь оптический прицел я даже лица разглядел. А из нашего окна площадь красная вида. Сквозь оптический прицел я даже, блин, лица разглядел. Вот такое стихотворение, да. Да.
перезарядим. Давай, бошку, бошку, бошку. Есть. Ну, блин, это плечо, правда, не бошка. В пузо. Давай. Еще покажи, покажешься, дед? Покажется. О, вот они. Наши голландские дружки. Минус один. Давай второй. Вот и второй в минусе. Так, тут нету никого. На этот раз не пришли. Тихо, тихо. Я во всех о вас позабочусь. По крайней мере, буду стремиться к этому. Вот кого-то высматриваешь. Опа. Так. Вот я сомневаюсь вообще, что... Всех перебил. Давай. Фух, вниз. Блин. Фух, вниз. Стой, 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 стой. Вниз, только не упади, дебил. Сколько можно штурмовать-то уже? Поднимаемся наверх. Стреляет. Красавчик. Давайте-ка вот этих себе. Утырков. Которые из дробовика на такое-то расстояние стреляют. Но нету у них ума. Нету. Ты еще живой? Высунься. Давай. Что-то, что ты машешь-то? Понятно. Ты не выйдешь. Давай, я подвинусь. Второй-то раз, поди, уже не выживешь. Так. Где-то ты орешь. Где-то рядышком. Затих, да? Прятался до последнего, тварь. Падла. Вот еще где-то один такой же. До последнего прячется. Вот он. Да. А я оказался шустрее. Вот так вот. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, деточка. Не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Давай, 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 давай. Там по-любому есть. Я уж не знаю, как вам туда закидывать эти гранаты.
Да. О, аптечка. Тихо. Все. Ну теперь-то, я думаю, можно. Давай, покажись. Вот, здоровьюшка поправил. Тихо. Да. Мало ли, кто там. Бумк. Боюсь за угол заворачивать. Хотя эта тварь может быть наверху. Нет, почему может быть? Стрелка показывает, что наверху эта тварь. Еще разок. Вперед. Давай еще разок. Ручки больно. Перезарядились. Блин, жалко, что в бошку не попал. Давай, тварь. Вот так. Да. Бумк. Да. Тут есть хоть что-нибудь для меня? Броня. Аптечка. Или вы что думаете, что я тут бессмертный? Ай-яй-яй-яй-яй. Хоть что-нибудь для меня тут есть? Что-то взял. Ой, я взял что-то. Броню взял. А там аптечка была, тут броня. Еще бы. Одну аптечку, пожалуйста. Я много не прошу же. Так. Не понял. Еще выше. Еще выше. Ну, пойдем еще выше. Тебя поди со снайперки можно было вальнуть. А как тебе пробраться-то туда? Посюда? Ладно, будем идти, пока идется. Вот так вот. Надеюсь, я всех здесь пристрелил. Где? Вот, вот. Давай. Блин, близкий, так сыкотно. С такими жизнями-то нападать.
Тут еще по-любому остался вот здесь вот. Пока. Пока вроде всех перестреливаю. Конечно, моя. Так, все, можно подниматься туда. Только вот с этой стороны они могут еще быть. Блинский. Хоть бы не сопротивлялся. Еще немножко, блин. Да-да. Все-таки было задумано. Ух ты. Так, воспользуйтесь пультом. Хорошо. Что там? Показывай. Мне и зрителям интересно знать. Так, открылся трюм. Эта тварь там находится, так? Мне его что там гонять сейчас по трюму? Давай, пора. Ой-ой-ой. Проникните в грузовой отсек и отомстите Дмитрию. Как это все? Никто не вылез, вылезли. Как-то не вылезли. Кто еще? Ой-ой-ой. Блин. Ладно. Вы еще и здесь уже. Быстро же вы пришли. Я не ожидал, что вы так быстро будете. Блин, вы мне все поснимали. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй. Ну ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой. Блин, а где вот нет? Броню до аптечки брать.
Ну уже давай. Так. Только пиздец закончил, сразу получаться началось. Это было опасно. Так, спуститься. Спуститься. Для начала. Нате. Для начала. Нате. Вот так. Нате. Да. Да. Еще разок. Где ты там? Да. Ну давай. Так. Некоторые проблемы мы, наверное, решили. Или нет? Ох ты. Сразу убрать такое препятствие. А, ты дальше, падла. Хорошо. О, бежим. На. Кто ты там, человече? Бум. Еще разок. Спрячемся за брусья. Вот так. Эй, Дмитрий, сомневаюсь, что я пойду на эту сделку с тобой. Мы еще не ладили кое-какие дела. Так. Да. Да. Сейчас я тебе покажу, папа. Релакс. Да. Перезарядим. У меня... Вот так. Сойдет? Вот так сойдет. Вот так сойдет. Я вам сейчас столько говна тут наговняю. Ты получишь хороший урок. Любого поступка есть последствия. Сейчас будут тебе последствия. Да. Прощай. Расстрел на месте. Так, прикончи Дмитрия. Да. Да. Падла, как собаку, как собаку, как собаку. Вот так. Тварь такая. Так, мне надо выйти отсюда. Так, осторожней. А то могу еще и не выйти. Вдруг еще кто-то остался, заблудшие души. Так, спокойно. Ой, надо было, блин, сразу по туда мне идти, да? И не париться. Мотаем. Итак, мы сейчас забираем Кейт и едем к Роману на свадьбу, так как мы приглашены. Свадьба у него в 10 часов, надо забрать Кейт. Все. Время у нас есть. Но там, я думаю, не принципиально минут 10. Главное, чтобы вообще прибыть. Вот мы и прибудем. Так. А, вот она, Кейт. Давай найдем машину, давай найдем. Я вот уже нашел. Так. Сколько это заплатил, да? $2. С места не двинулся, $2 заплатил. Ну-ка, давай-ка вот эту машинку. Пошел отсюда. Да я свою мадемуазель на такой красивой машине повожу. А ты пошел отсюда, холоп. Челядь.
Ну ты тоже. Так. Давай. Шевели колготками, за тобой персонально все надо делать. Тварь. Итак. Поезжайте в церковь. Ой-ой-ой-ой-ой. Задний ход. Так, нам далеко до церкви-то? У-у-у. Ладно, там напрямки потом можно будет. Давайте поездку перемотаем. Так, мы доехали до пункта назначения. Давайте припаркуемся. Я так думаю, это финалочка у нас. Так, время пришло распускать павлиний хвост. Конечно. Так, идет загрузка. Ну. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Давай. Давай, прям здесь ее. Зачатие маленького. Наверное, убьют его сейчас на выходе. Как в дешевых американских фильмах. Спасибо, что пришли. Хорошо, да ладно, вы же жена. Ника, чмоки-чмоки. Вот так вот. Ну? Вот, видите, кто-то наблюдает за ними. За ними, за нами. Я же тоже на этой свадьбе. Вот он я. Да, я самый лучший, да. Вот. Мы женаты. Вот так. Ничего страшного, у меня там еще была в запасе одна баба. Так что... Да ладно, не нюхайся там у нее. Найду себе другую, что теперь? Мне не принципиально это. Дождусь, когда тот козел из тюрьмы выйдет. Грохну его. Или что, мне все это приснилось? Или что, сколько-то времени прошло? Почему я в таком бомжеватом виде? Где мой супер костюм? Ну? Я должен был защищать ее. Чтобы переодеться. Зачем мне переодеваться? А, да, нет, переодеться-то надо. Нажмите, чтобы переодеться, так, чтобы посмотреть очки, нажмите, так. Так. Брюки. Мне нужны хорошие брюки. Это как гопник какой-то, нет. О, нет. Кстати, эту футболку я знаю, где найти. У статуи свободы. Поднимайтесь на самый верх, там она будет. Так, идет загрузка. О. И ботинки. Туфли. Да туфли, а не кроссовки. Вот так. Облик изменен. Так, малыш Джейкоб. Что тебе надо? Что я достану этого засранца? Жди, я тебе позвоню. Все будет путем. Хорошо, ждем. Итак, малыш Джейкоб нам сообщил, где находится данный субъект. Так, ау, 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 да, такси только так и останавливать. Только не делайте этого в реальности. Блин, ладно, раз уж ты вышел. Тихо, я еду к любимой, а вы все на дороге у меня стоите. Так, мне надо такси, чтоб он меня вез. Вот, я нашел такси, которое меня будет везти. Он уже чувствовал, хотел уехать, чувствовал. Так, едем. Куда нас малыш Джейкоб звал, туда и едем. Так. Так, мне кого-то убить надо, нет? Пусть только попробует. А, нет, сесть. Садись в машину. Сажусь, давай. Стрелять там по ним не обязательно, все равно не поможет.
А вот вести надо аккуратненько. Машина хрупкая какая-то. Давай, потихонечку, помаленечку. Так. Здесь нам лучше на встречку переехать. Потому что там такая постава новых машин, что специально врежешься. Вот здесь вот, где-то там настройки. Тихо. Ничего страшного. Едем. Вот здесь вот. Видите, специально так поставлена машина, что в любом случае ты там врезаешься в них. Вот, а теперь можно вот по этой полосе долго ехать. Они на встречку перейдут, а мы все еще по этой полосе будем ехать. Блин, как-то одна миссия какая-то очень больно длинная. И на машине ехать. И стрелять надо, и догонять надо, и трюк какой-то исполнять. Жми пробил несколько раз, сжал, нахрен он сорвался не столько. Издалека начинать, это вообще кошмарно. С какого раза пройду? 100-500. Окей. Не окей-кей тут. Тоже мне помеха справа. Вот все, он на встречку ушел. Нам пока туда не надо. Мы можем пока по нашей стороне неплохо ехать. Долго еще. Так. Вот он сейчас пока всех сносить будет на своем пути. Мне-то с попутными всякое легче будет ехать. Ой-ой-ой. Нет, не сейчас. Вот. Ну, вот здесь вот где-то можно уже будет подумывать. Вот здесь напрямки вот. Так, вот мы за ним уже. Тихо. Я же не такой маневренный, как ты. Поэтому давай. О, так я, по-моему... А, нет, вот еще разрыв есть. Давай, он сейчас сбивать будет, по ходу дела. Нет, смотри-ка. И вот тут такси, вот это вот гребаное, видите? Вот это подлое такси. Вниз спустимся, вон они, два такси, опять ждут. Картина вообще не меняется. Тихо, ну, ничего страшного. Вот, они начинают движение свое, видели? Все поставлено на то, чтобы задержать вас. Даже вот этот забор сделан. Специально видимость забивает. Уйди отсюда. Потихонечку. Вот, смотрите, на целой машине даже доехал. Давай. Осталось-то немножко. Вот так вот их. Блин. Я же знаю, куда ты едешь уже. Уже. Расстрелять бы тебя вот так вот. Чтоб ты своих не предупредил. И тогда бы без боя бы пришлось бы мне там спокойненько. И вот что противно, блин. То, что... Вот, ну, говно управление на мотоцикле-то. По траве так скользко. Что думаете, дрифтовать это круто? Это не круто. Это очень неудобно. Тем более, учитывая, как он, как его там заносит. Не на такой уж я большой скорости лечу. Давай, вон подмост как раз туда. Давай. Идет загрузка. Куда идет? Вот так.
Тихо. Блин. Вот последний же миссия. А трудность-то только в чем заключается? Что я не могу, блин. Не могу с этим гребаным вертолетом разобраться. Держите. Бам. Так. От скольки-то мы отделались? Давай. Нико Беллик. Давайте. Перебежим. Да где ты орешь-то? Тебя что, режут, что ли? Вот так. Самое поганое, вот там еще один сидит. Ой. Где ты? Давай. Давай, где ты, тварь? О, нету. Не успел перебежать, что ли? Ладно. Так. Двоих есть. Один здесь. Еще разок. Ну высунься. Че, подстрелил, что ли? Нет, не подстрелил. Вот теперь подстрелил. Минус голова. Куда ты вот с таким пузом? Да еще прятаться. Дерева такого нет, чтобы тебе спрятаться. Только бабы. Догоните. Так, чего он убегает? Пусть не убегает. Давай, слазь. Вот так. Тварь. Не помираешь. Ну? Не понял. Давай-ка еще разок. У тебя в основном дробовик был. Сейчас у тебя что-то... Оружие прибавилось. Да. Сойдет. А вот и дебильное управление мотоцикла. Вы сейчас увидите. Вот еще. Он все время куда-то от этого мотоцикла бежит к лесенке. Зачем? Эти разработчики вот не продумали вот этот момент. Вот здесь вот. Это как баг какой-то, что ли. А по поводу того, как на мотоцикле ехать по этой траве, это вообще кошмар. Не игра, а мучение одно. Это что, разве круто с такими заносами-то? Ты никуда нахрен не успеешь, никуда, блин, не попадаешь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он на пустом месте может кувыркнуться сам. Опа, опа, вот, ну вот что это? Давай, давай, давай. Такой разворот, да никогда такого разворота я не сделаю. По грязи какой-то, господи. Люди. И самое что прикольное, вот тут вот перед трамплином бочонок гребаный, который будет мешаться вам. Вот он. Этот, блин, тоже та еще заноза в заднице, поверьте. Так, переходим на ручное управление. Давай, жмем. Вот, жму же, жму. Так, жмем. Так, управление взял вертолетом. Так, ну это же он. Вон, так. Так, крови осталось, лишь выследить его. Блин. Давай, чё по сюжету-то? Блин, блински. Давай, давай, давай. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, это, по-моему, так и должно быть по сюжету. Итак, наконец-то я до сюда добрался, нахрен. Давай, давай, сажай. Сажай, падаем. Футболку, кстати, на статус свободы не забудьте взять. Давай, приземлился. Ух ты, я просто чертовски крут. Так, теперь надо его догнать, тварь. Надо догнать. Только не надо стрелять тут. Мне не надо. Вот он пусть стреляет, а мне вот не надо. Подожди, или по мне стреляют? По мне же стреляют. По мне же стреляют, твари. Ну-ка, 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 где ты? Давай, вот здесь вот. Где-то тут. Ну, вот он ты. Вот так вот. Вот он. Вот она, концовочка. Кровожадная. Ну, давай. Пока он подыхает, жмите лайк. Подписывайтесь на мой канал. Кстати, это попытка 100-500 нахрен. Кто пробел глючит, то мопед. Что она тебе сделала, твою мать? Мне нужен был ты, чурка гребаная. Ну вот тебе за чурку. С приклада ему. Что за реплика? Смысл с трупом болтать? Давай, я знаю старый клан, я знаю кое-кого оттуда. Так вот, они считают, что ты гребаный жирный клоун. Ну и чё? Мне плевать. Шутка. Давай. Вот так. В лоб. Точно в лоб. У статуи свободы. Из калаша. Русский человек. Американцев. Кто? Хотя какой американец? Не американец. Брат. Прибыл. Ты сделал это? Конечно, сделал. Видишь? Не знаю. Чего сделал-то? Все кончено. Теперь мы сможем зарабатывать деньги спокойно. Так вроде и так спокойно зарабатывал. Думаю, да. Только, блин, это все долго. Мы победили, чувак. Мы победили.
Я победил вообще-то. Я победил. Ты только бегал и стонал, тварь. Так что победил я. Заслуга тут моя. Так что отдыхай. Вот она, статуя свободы. А что, мать? Ну все, игра пройдена. Господи, как долго была вот эта миссия. Долго. Итак, подписывайся на мой канал, ставим лайки. Вы были на канале Asmodee Play. Пока!